No tengo ahora el pelo grande. Antes yo tenía el pelo largo. Así no en el libro tiene la, en las cosas de luz y que no sé todo. Y va por para cosas y... Пиранья? Моя. А он Юра поймал, смотри. Окунёк какой. Квадратик. А? С. У этой, что я большой поймал, зубы вообще такие бритвы. Такой ж покажи. Лень, 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 лень. Спокойно. Пиранья? Пиранья. Теперь сейчас уложу. А ну покажи им, Ниш. Я спокоен, свои пираньи поймал. Свои пираньи я поймал. Все. Зубы. Да зубы. Как же ж. Посмотри. За полчаса можно на обед себе сделать. Клюет? Пока нет. Красивая. Максим. Идем охотиться на крокодилов. Raro. Se raspa, ¿sí? Después se pone en su cocina con agua, un té, y el té queda de color negro, ¿sí? Eso después se pone en una lanza y para matar animales. Es súper venenoso. Чай сварить до того момента, пока он будет черный, и этим этой штукой может убить человека. Okay. Estas plantas, ¿sí ves? Todo esto es limpio, no hay otra vegetación. ¿Por qué? Porque dentro de esas plantas viven unas hormigas en estos tubérculos. ¿Sí? Cuando tú comes estas hormigas, tienes mucha energía. ¿Sí? Entonces puedes comer mucho y tu lengua y tu cara, después todo tu cuerpo, si comes mucho, hormigas de limón. Entonces esto, mira, se coge. Se abre, mira las hormigas. Biche, muravius. Ya, y después coges. Он спрашивает, он говорит, вы видите, что здесь нет другой растительности? Это потому, что муравьи все съели. Это определенный тип растений, который растет здесь, и вот. Окей. Он дает энергию. Кисленько так, а классно. Лимончик? Ну, так он. Да. Может, ну, как наш этот муравей, что никогда не ел. Вот это свое. Может, это не стоит сделать? Вот смотри, я вот.
Рубить не первый раз. Ну. Такие ждали, чтобы поесть, я просто отказался. Сильно и смело буду поесть. Ты момента? Вау-вау! Sí, después vamos a hacer un film para comer, vamos a buscar más. Después, так, больше найдем, будем есть. Это мелкий экземплярчик. Чистый белок. Говорят, очень вкусный. Да, смотрите на него. Пахнет хорошо. Невкусно. Так он уже все на духу. Он делает плеск, как это будет. Жирненько. Ну, оленю, ест. Как надо есть? На это. Руки. Supervivencia en el Parque Nacional de Yasuní. Vamos a comer un gusano de esta palmera. ¿Sí? Primero, se le muerde la cabeza. Mira. ¿Me han matado? Luego se le saca la tripa. Este blanco es puro sabor a palma. Es sabor a coco. Es sabor a coco. Mira. Ален, ты? Да я. Наверное, ты под наркозом больше всех. Вкусно? Вон он. Вот такой кусок. Нормально. Не, на самом деле. Мало? Я тебе тебя. Давайте еще одну. Нормально. Ну, безвкусно. Его надо ли жарить или солить? Давайте еще одну. Не, ну целую. Да полной. Черный целую. Ну, сладенько. Ну, разделанную уже можно. Когда она за головой, было страшновато. Мне интересно, Оксана, будет с тобой потом целоваться, что нет? Так это муляж, это пластмассовый. Оксана, привет. Это неправда. Ты не такой дурак, как ты думаешь. Спроси меня, что с этими делать. Димон, спроси, а что с этим делать, которые наковыряли? Да, прокомментируй. Корешки у дерева. Ой, присел. Эй, дождя не замечал, да? Мокрый этот там. А у вас там дождь падал? Нет. Не пробивается. А тут дождь падает. Может, ты чем другим занимался? Вон дельфины, пацаны. Дельфины, дельфины. Серьезно, он впереди, дельфин. Вот, вот, ага. Вот, вот он.
así como ahora está en un lugar amarrado. Pero пираньес, ну, ну, кому, кванту дискусію, ну? Ну, да, да. Ну, а это бен? Пираньес там мелочь. Димон, пошел. Паспорт. Здесь пираньи нет. И крокодилов тоже. И крокодилов тоже. Сейчас стой. А ну, стой, еще не кусают. Пока куски мяса не отхватывают, но это только пока. Да, вот это пока. Не надо садить на меня, так это спасать не будет. Я дам или не буду возможно снять прекрасные кадры. Повтори. Короче, тут заманили целую стаю мужиков, которые бродят и фыркают. Дельфины. Espera, si lo pongo acá o allá. Sube. Por la orilla agarra el motor. Thank you.
Ох, хорош. Это он маму зовет, вы что думаете? Сейчас большая приходит. Джамы мама, все мозганды. А что, спасибо? Ага, эти он. Спе, но, ну, как? Но, фуэрте. Но фуэрте? Зубки. Ну, не особо. Да, подержать. Не сильно за шею. Не очень сильно, но не так. Цветы на нем. А ну, посмотри. Лень, какой симпатяга, да? Какой лень. Похож на портмоне. Или проделают портмоне, да? Бедняжка. Ты близко до меня не подносишь. Да. А ты боишься, что он тебя укусит? Ну, конечно. Глянь, хвост какой. А можно ему фонарь припасть засунуть? Зачем? А я хочу посмотреть его хватательную реакцию. Давай палец твой за то засунем. Нет, кто будет его, держать? Конечно, за... Кайманчик. Давай, передавай. Только за шею сильно не хватает. Не убить игрушечку. Не хочешь, не надо. Я так спокойно. Да хочешь, хочешь, передайте им. Кто хочет держать кайман? Да дайте им подержать, что это там. Ну, не хочет. Ну, передай. Можешь держать? Так же крокодил. Это цветы. Крокодил, я крокодил. Ну, а большого. Давай фонарик, я посвечу, чтобы сняли. Я хотел, чтобы... Вот эта малютка вырастает до 5-6 метров. А здесь какие растут? Здесь какие живут? А мама ее есть здесь рядом где-нибудь? Ищите. Он ее звал, вы же слышали. Он кричал, мама, мама. Мама там уже где-то... Не задавай ее только, делай. Я не задавлю, если он не будет дергаться. Дим, спроси, сколько этому, какой возраст у него? Кванто темпо эль тене, кванто аньос месяц? Ну, 6-7 месяцев. 6-7 месяцев. Вот он, малыш. Красавец. Красивый, да. Ну, а взрослый? Мой бонит. 5-7. Си-си, перо... Ну, перо под пара. Си-си, момент. Но, лёд. Кон лёд. Осин лёд. Мехор кон лёд. Он калёд мехор кон лёд, но? Но. Но? Espera. Это темпо, где... Ой, моя радость, ой, моя радость. Это печер. Угу. Мой гранда. Крокодильчик у меня. А? Прям на пояс просится. А ну, святый. Ну, спасибо. Выпускай. Мы отпускаем домой. Шушу все на забор. Дискурсу перо. Ну, слава, это бог, хуевато. Ну, по-порке. Поры выбры. Димон, спроси, как маму бы успокоил? Ну, одна такая ушла, только что одна хорошая. Есть. Ничего себе! Глянь, какая рыбёха! О! Тихо!
Вот так вот охотятся ночью местные.